Всем добрый день. 17 марта. За бортом теплицы сыплет снежок. На участке пока еще снега сантиметров 15-20 лежит. Вот, так что весной еще не пахнет. Но саженцы уже активно продаются. И многие люди спрашивают, какой урожай мы получим уже в этом году. Правильный ответ — никакой. Но все равно хочется посмотреть и хочется попробовать отдельным товарищам. Поэтому я решил снять несколько роликов, как будет развиваться саженцы. В данном случае это Карака Блэк. Зимовали они в теплице. Вот это саженцы, посажены весной прошлого года. Корневая система вполне себе приличная, сформированная. Уже проснулись почки после зимовки. Кстати, в теплице я их не укрывал. Все хорошо, все живое. Вот. Взял 6 саженцев и пересадил их в 2, 3 и 5 литровые горшки. Соорудил вот такую конструкцию топенером. Побеги сантиметров 50-60. Вот. Буду наблюдать, как они будут развиваться дальше. Вполне возможно, что еще в апреле могут замерзнуть. Вот тогда останутся только побеги замещения, которые пойдут из земли, и урожая точно не будет. Вот, кому интересно, могут наблюдать вместе со мной.